Азербайджанский видеоблогер Расул Расулов опубликовал на своей странице в YouTube видеоролик, который снял во время своей трехдневной поездки по освобожденным от оккупации территориям Карабаха. Расул Расулов исполнил свою мечту, став первым блогером, который посетил освобожденные территории Азербайджана в Карабахе. В своем ролике он показал, как посещал поселок Гадрут и село Тук в Ходжавенском районе, и то, как армяне жили на оккупированных территориях Азербайджана, их дома, чем занимались и многое другое. Больше всего Расулов был поражен красотой этих мест. Как он сам сказал, «Я неоднократно снимал блоги из разных регионов Азербайджана, но в этот раз он отличается от всех предыдущих. Мне посчастливилось снять блог в Карабахе, что было моей давней мечтой. Мы посетили наших солдат на освобожденных землях, провели с ним незабываемое время. В течение трех дней я попытался заснять на камеру все самое интересное», — отметил Расулов. Это была первая часть серии роликов о Карабахе. В следующей серии блогер намерен показать город Шуша. Çox şükür. Buyur Azərbaycan. Görürsən. Hamısında da qıdır. Gözəllik, gözəl. Çəkdiyində bura tamamilə fərqli idi. İndi isə tamamilə fərqlidir bura.